Друзья, добрый день, меня зовут Игорь Дронов, я с города Нижнего Тагила, приехал на Бали на тренинг Артема Мельника для того, чтобы оказаться в кругу людей, которые близки мне по духу и получить новые знания. Наш ум – это наш самый главный враг. Вот. И как раз вот ум, он не дает нам, вот, например, я раньше хотел, было у меня желание поехать сюда, но я что-то сдерживало меня, да, то есть сдерживало меня как раз вот ум мой сдерживал, то есть. А сейчас вот он, я снова посмотрел передачу Артема, вот, и получилось так, что мой ум просто никаких границ не видел для этой поездки, вот я поехал. Просто дело в том, что я еще занимаюсь бизнесом, вот, у меня свой бизнес, открыты две компании, вот, но я, скажем так, я занимался тем, чем я не хочу заниматься. Угу. Вот, то есть я постоянно ломал себя, как бы, вот, и я просто оставил все там, в прошлом, и уехал сюда. Ну, многие скажут, странный человек, все было, он всего отказался и поехал. Тут, знаешь, как бы у нас у каждого свое мнение, мы индивидуальные личности, вот, то есть, если придерживаться финансового вопроса, то есть для кого-то финансовый вопрос – это главное, для меня финансовый вопрос – это не главное, то есть для меня главное то, что вот природа, то, что я нахожусь на свежем воздухе, меня окружают добрые люди, которые близки мне по духу. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Ильин, я из города Минска, Беларусь, приехал на тренинг к Артему Мельнику «Секреты новых богатых», чтобы кардинально изменить свою жизнь, влиться в новое сообщество путешественников и свободных людей, финансово независимых, найти несколько источников дохода, составить план на год развития своей жизни и отыскать свое любимое дело. Сама тематика и все это за границей, все это на островах тропических, то есть не где-то в Европе, в США или где-то еще, а вот именно вот Бали, Таиланд, ну и так далее, так далее, так далее. И вот я это увидел и решил, что все, я хочу попасть на тренинг, но я не проходил до этого никаких тренингов, и я как бы понимал, что удаленный тренинг – это не то. То есть он хорош, если ты будешь все выполнять от и до, без единых сомнений, там, не отрываясь, не делая перерыва. Но я не такой человек, мне нужно очень много силы воли, чтобы я так мог работать. И поэтому, как только узнал, что есть вообще или планируются живые тренинги, я сказал себе, что нужно на него попасть, хоть не было тогда денег вообще, даже намека на деньги не было. Но я решил, что лучше вот 7 дней быть с этими людьми в этой тусовке, чем год даже по общению, по скайпу и так далее. Потому что, во-первых, ты узнаешь этих людей, какие они на самом деле, ты их сразу почувствуешь. Они не смогут обмануть тебя, сидя на месте. Может быть, в первый день, второй, но не потом. То есть ты потом все равно поймешь все. А во-вторых, как бы ты заразишься этим всем, заразишься этим успехом. И вот добавлю к этому моменту, что я не понимал вот этого прикола в том, что вы говорите, вот эта обстановка, вот это сообщество, я не понимал этой поддержки. Но вот находясь здесь, я уже понял, что да, вот это именно тот момент, когда мотивация-то пропадет рано или поздно, она упадет, и вот нужно будет, чтобы либо ты сам себя сжал в кулак и дошел до победы, либо кто-то тебе подтолкнул, помог. Ну, здесь, конечно, это элементарно. Стоит просто... Коробочки ты должен будешь смотреть, новые выпуски, да. А тут ты можешь постучать в дверь соседу. Постучать в дверь и сказать, слушай, привет, такая вот ситуация, вот что-то у меня все обвалилось, да, он говорит, да ладно, заходи, пойдем съездим на пляж туда-туда-туда. И я понял, что на самом деле сообщество решает. Я Андрей Палкин, я из города Барнаул в Сибири, приехал на тренинг Артему Мельнику, чтобы познакомиться с ним лично и узнать новые способы дохода из интернета. Почему живой тренинг? Живой, потому что я понял, что только при живом общении ты получаешь максимум результата. И когда ты обучаешься где-нибудь в сети, ты очень часто забиваешь. Из-за того, что у тебя нет ни мотивации, тебя отвлекают все вокруг люди, там, тебе надо вот этому человеку, вот этому. А когда ты здесь, ты оторван от своего круга общения. То есть ты уже в вакууме находишься, ты полностью посвятил себя этому делу. И когда человек посвящает полностью себя какому-то делу, только тогда он достигает максимальных успехов. Потому что человеку тяжело много задач сделать. И только максимальная фокусировка на определенном деле дает максимальный результат. Меня зовут Константин Кириченко, Россия, Краснодарский край, город Хадыженск. Я приехал на тренинг Артема Мельника «Секреты новых богатых», чтобы найти себя, найти свое предназначение и определиться в направлении в жизни, куда мне двигаться дальше. Хочу спросить также в рамках этого тренинга, насколько велика разница между картинкой, которую ты видишь, на канале YouTube, к примеру, да, и общением вживую?
Ну, я скажу так, что общение вживую рулит. Ну, то есть это круто. А в какую сторону? Естественно, в положительную. Ты находишься с человеком как бы на одной волне. Ты начинаешь понимать, как человек достигает, ну, например, преподаватель, да? В данном случае у нас Артем. Как он достиг своего успеха? То есть, когда я сижу перед экраном, это совсем другое, потому что я не смогу, у меня возникает куча вопросов, и я не смогу задать эти вопросы. То есть, в плане того, что здесь я на win-to-win, B2B, то есть, как бы, все напрямую, я могу задать хоть сколько вопросов, и напрямую, как бы, это классно. Меня зовут Николай Щегольков, я приехал из города Казани на тренинг Артема Мельника «Секреты новых богатых». Для того, чтобы сделать свой переход в новую жизнь, богатую приключениями, свободой и ведением бизнеса удаленно. Каждое обучение, каждая книга, каждый тренинг дает осознание, да, и даже если это одно какое-то осознание, оно всегда приводит к какому-то новому этапу жизни, новому этапу развития. Вот, и, соответственно, все тренинги, которые я проходил, каким-либо образом способствуют тому, чтобы я стал лучше. Всем привет! Меня зовут Владимир Ведерников. Я приехал из Чехии, из города Прага, на живой тренинг к Артему Мельнику. Я приехал сюда, чтобы обрести новых друзей, сделать переход в новую жизнь, получить новые знания и новые источники дохода. Я так был воспитан, да, может быть, в школе так это было воспитано, в институте, но я для себя давно уже принял решение, что я стараюсь получать конкретные ответы на конкретные вопросы от конкретного человека. Так. Вот. И вот живые тренинги, да, это как раз та возможность, когда я могу напрямую спросить то, что меня волнует, напрямую получить ответ, обратную связь. Вот. Для меня это важно. Так получилось, что пришло письмо «Секреты новых богатых» или что-то в этом роде, где рассказывалось про тренинг. Я мельком прочитал, я понял, либо я сюда еду и меняю свою жизнь, либо все будет так же, как и было до тех пор. Возможность выйти из рамок, в которых я сейчас живу, возможность общаться с теми людьми, с которыми я хочу, то есть с тем кругом или окружением, которое я для себя сам выберу, а не которое навязывает мне общество. То есть вот найти единомышленников. Возможность свою семью вывести, вот тоже показать страны, показать, как живут люди другие, посмотреть на это со стороны, дать хорошее образование своей семье, ну вот своим будущим детям и сейчас вот ребенку своему, ну сделать счастливым свою семью. Цели у всех людей, которые приехали на этот тренинг, это некий вызов, это расти, добиваться большего, идти через страх. Соответственно, в обычной жизни люди как раз-таки живут совсем по-другому, инерционному пути. Да? То есть, ну, проложенный веками. Да, там, их подтолкнули? Да, дом, работа, сад, огород, пенсия и так далее. Первое – окружение, потому что без него, наверное, живой тренинг не имеет смысла. Без тех людей, которых ты видишь вживую. И очень важно просто как будто перенестись в другую вселенную. То есть ты жил там день сурка, там работа, там какой-то мини-отдых, снова работа. И когда ты врываешься из этого круга, и у тебя становится день насыщенный, каждый день он отличается от следующего. И в этом самая главная прелесть всего этого. Плюс к этому я узнал, как мне идти дальше. То есть мне уже не страшно будет сделать то, что я запланировал. И я знаю, что меня поддержат, мне скажут, куда идти, меня буквально за руку проведут, вот сделаю вот так. И мне только нужно уже действовать самому. А поддержка, она поможет. Я испытал ощущение так называемое «вау». Вау, в каком смысле? В результате тренинга мы, во-первых, посетили несколько красивейших мест на острове Бали. Это красивые пляжи с чистой водой, с
с приятным воздухом, достопримечательности, храмы. Во-вторых, мы проработали программу собственного развития, наметили план дальнейших действий, то есть как я буду себя развивать, как я себя буду позиционировать. И определились в источниках нескольких доходов. Ну, я считаю, что я получил больше, чем ожидал. То есть эффект, конечно, бомба. Что мне дал тренинг Артема Мельника? Ну, во-первых, я остаюсь на Бали. Для меня это очень важно, потому что я очарован красотами этого острова. Во-вторых, я оказался в окружении людей, за которыми я раньше не наблюдал по телевизору, а сейчас я стою с ними рядом. Для меня это тоже очень важно, потому что я получаю от них вживую информацию, которую, когда я смотрел по телевизору, я не действовал в этом направлении. То есть я просто посмотрел, как простой обычный зритель. Я посмотрел и выключил ноутбук и забыл про это. А сейчас я с ними общаюсь, и у меня это, во-первых, мотивация. То есть я замотивирован на дальнейшие действия. Вот. Что еще хочу добавить? Про Бали я уже сказал. То, что мы путешествовали по Бали, это тоже было для меня просто восхитительно, потому что столько красивых мест на этом прекрасном острове. Тем более в кругу людей, которые близки мне по духу. Это было для меня тоже просто замечательно. Если говорить о главных результатах тренинга, то в первую очередь для меня это понимание новой концепции ведения моего бизнеса. Это, можно сказать, смена парадигмы с той стратегии, которую я всегда строил и собирался строить, на абсолютно новую модель. Это первый результат. Второй результат – это то, что на этом тренинге я действительно обрел единомышленников. И очень часто, посещая различные тренинги, так или иначе ищешь свое окружение. Могу сказать, что здесь я бы обрел как в виде ребят с тренинга, также в виде Артема, некого физического окружения в виде вот этой вот природы, атмосферы и вот этой вот непринужденности самого тренинга. Кроме того, что мне больше всего еще понравилось на этом тренинге, то, что сочетание самого тренинга, его информационной части, его обучающей части с тем, что мы путешествовали. Причем путешествовали не какими-то пакетными турами, а именно по каким-то таким удаленным, скрытым от глаз туриста уголкам острова Бали. Причем это южная часть, восточная часть Бали и северная часть Бали. В целом у меня от тренинга просто мощное, мощное ощущение новой жизни, новой энергии и ощущение полета, я бы сказал. Да, есть некий такой фильм «Полет над Бали». Какой-то такой полет во время тренинга к новой жизни и новому переходу. Спасибо. Сама программа тренинга мне понравилась тем, что мы реально поработали с каждым индивидуально, узнали какие-то его предрасположенности, какие-то его слабости, как над ними работать, что делать. И мы действительно составили план каждому на год, что и как мы будем делать. То есть пошаговый план, действительно. Никто не уехал без плана, как Артем обещал. Но и это еще не все. Это моя любимая фраза в рекламных видео. 4 дня мы занимались, и 3 дня мы путешествовали по острову. Вот полноценных 3 дня нам показали 3 пляжа, один вулкан. Мы побывали также, в 5-6 ресторанах, с учетом того, что мы ездили на обеды, плюс иногда попадали на ужин. Мы посмотрели очень много красивых мест, и вместе с тренингом это просто какую-то нереальную энергетику дало. С учетом, если вы не были в таких странах, вам просто снесет крышу. То есть вы настолько зарядитесь, что вы не сможете потом нормально спать по ночам. Реально, вот такая вот у вас будет энергетика, и вам уже все будет казаться по плечу. В целом я получил то, что хотел. У меня сейчас уже из тех ребят, с которыми я приехал, есть группа людей, команда. Мы все
обменялись контактами, мы будем дальше общаться, мы будем работать вместе, помогать друг другу. Плюс я познакомился с многими новыми богатыми, которые есть сейчас на острове. И продолжаю знакомиться с ними каждый день. И уже сейчас есть какие-то предложения, идеи. Уже сейчас я планирую сыграть свадьбу свою на Бали, в кругу новых богатых, со своими новыми друзьями. И я считаю, что этот тренинг не то, что помог мне, он просто сверхизменил мою жизнь. И вот я когда сам смотрел такие отзывы, я считал, что это бред. Но вот могу вам сказать, что теперь человек такой оставляет точно такой же отзыв. И реально, вот, ну, если вы хотите результата, если вы хотите максимум понять, как это все работает, вам стоит приехать именно сюда. Плевать на деньги. Ну, не надо ехать на последнее, сразу скажу. Потому что чудес не будет, вы там будете загоняться, париться. И лучше, ну, хоть что-то, чтобы у вас осталось. Но если вы хотите результат и понимание, то лучше приезжать сюда. Потому что дистанционный тренинг, он дает эффективность, если вы будете его пошагово делать. Но вот приезд сюда покажет вам вообще всю картину мира. За неделю вы увидите, как живут новые богатые, как они думают, как они проводят время, как они развлекаются. Тут очень много, кстати, развлечений, шуток и приколов. Я не могу улыбаться, мне грустно. Мне грустно, потому что сегодня последний день нашего тренинга. Я бы даже сказал не тренинга, а целого приключения. Эти дни прошли просто как один день, как одно мгновение. Учеба, путешествия, все проходило прямо на одной волне. Почему? Потому что здесь собрались, не знаю, как это получилось у Артема, но здесь собрались все люди, близкие по духу, все сплоченные одной идеей, одной мыслью и одними целями. И это, ну, это неописуемое ощущение. Вот я стою, у меня сейчас даже мурашки по коже идут от того, что, ну, это круто. Это круто, это интересно, это увлекательно. И самое главное, это перспективно.